Всем привет! Сегодня под микроскопом нашего канала Голубые озера. Пляж Кокос. Мне он уже нравится по названию. Пляж бесплатный. Напоминаю, на нашем канале есть плейлист «Красоты Лиманщины». Заходим, подписываемся, смотрим. Сегодня понедельник, и машин очень много. Это за воротами, а это на территории пляжа Кокос. Есть веревочный парк, волейбольная площадка. Все очень аккуратно и чисто, на удивление. На пляже людей очень много, несмотря на то, что сегодня понедельник. Несмотря на большое количество людей, пляж чистый. Везде стоят урны. Есть вот таких вот много беседок. Это средние. Дальше идут маленькие. Ценовая политика беседок. Это средняя беседка. Просторная и прохладная. На территории есть бесплатные туалеты, чистые и со светом. Есть бильярдные столы, кафе. Кафе очень прикольное и симпатичное, мне понравилось. Wi-Fi нет, разговаривайте друг с другом, позвоните маме, представьте, что сейчас 93-й. Живите. Да. Веревочный парк. Рассмотрим поближе. Есть скалодром. Ценовая политика. Волейбольная площадка. Платная. Аренда мяча тоже есть, тоже платная. Водичка сегодня просто шикарная, как парное молоко. Есть хороший помост, с которого можно попрыгать и понырять. Но надо быть очень аккуратным, чтобы не приземлиться кому-нибудь на голову. Людей много. Горки и батут. Горки разных уровней сложности. Есть детская площадка. Песок здесь хороший, чистый, не зря его тут добывали. Но плотный, и зонтик установить без труда вряд ли у вас получится. Итак, поставим оценку пляжу Кокос. Моя оценка по 10-бальной 10. 5 из них за бесплатный вход и бесплатную парковку.